Сегодня мы решили погладить. Погладим белье, погладим шторки для ванной. Ну, в общем, все, что можем, все погладим. Вы с нами? Тогда гладим. Эвелина гладит у нас на своем столе. Да, Велиш? Ты гладишь у нас на этом столе? Давай мы тебе. Вот, у тебя свое. Ты гладишь свое, а мама будет гладить свое. Побежи. Все, гладим вместе, да, Велиш, мы с тобой? Гладим вместе сегодня, да, мы? Да, гладим вместе. Ты сюда? Конечно. Ты гладишь, я глажу, да, ты делаешь, да? Я смотрю за тобой, смотрю, наблюдаю. Иди. Мама гладит, мама гладит. Давай разглаживай штанишки, чтобы они были ровненькие у тебя. Молодец, молодец. Можно снять? Да, конечно, молодец. Ну, как-то вот так. Все повесили, погладили. Ой, застряла я тут. Да что такое-то? Погладили и повесили. Красота! Хозяюшка-то у меня стирает. Да? Ты заморала, что ли? А стирай по-хорошему, стирай. Нет. Стирай, конечно, по-хорошему стирай. Стираю, как могу, да, Эвелин? Стирай. Постирала, что ли? Давай стирай снова. Смешно. Ой, смешная. Ребенок все уже красоту наводит. Тут накрасилась, у меня взяла помаду, накрасила себе щеки себе обвела красным, да? Губы нарисовала. Все, накрасила? Ой, смешная ты, чучундрик. Смешная чучундрик. Ой, красавица ты моя. Подвела хорошо? Ну, раскрашивай давай. Ой, ученик ты мой маленький. А ты смотри, что делаешь-то кулем глазками-то. Ой, ты. Давай раскрашивай, раскрашивай. А сама не смотришь.
А что мы погладили, да, что-то еще поделали, поделали, поделали. А надо и о себе подумать, о своем желудочке. Готовим сегодня фрикадельки. Готовятся они просто. Беру я лук, натираю на крупной терке, перемешиваю все это с фаршем, добавляю соль и ставлю тушиться. Так, это у меня само мясо. Убавляем до минимума. Так, убавили. А вот здесь, а вот здесь, а вот здесь, а вот здесь мы будем, так, на этой сковороде поставим, как же мне сюда, ложку-то я заморала уже, муку. Будем делать соус для фрикаделек. Муки немножко, буквально ложечку. Так, ложку я уже заморала, эту я брать не буду. И эту муку, сковорода у меня, кстати, греется. Мы ее немножечко, совсем чуть-чуть, доведем до чуть-чуть бежевого состояния. Подождем. Ну вот, у нас обед готов. А у вас?